Всем привет, с вами Московский гитар-бан. Лучший гитарный магазин в Москве Loud Lemon. Сегодня у нас будет мини-баттл между японским и мексиканским стратокастером. Итак, Fender ST-62F 1993 года выпуска. Кузов выполнен из липы, гриф клен, накладка палисандр, стоковые датчики. Погнали! Клево, классический ST-62, поливает верхами и не разливается по частотам. А теперь мексиканский Fender Standard Stratocaster 2013 года. Дека из ольхи, гриф клен, накладка палисандр, стоковая электроника и датчики, гитара в состоянии близком к идеальному. Погнали! В общем, инструменты для разных задач. Если вам нужен толстый звук и максимальный комфорт, я бы посоветовал Amiga слева. Если вы хотите резать микс на части, то я бы выбрал японца. Всем пока!